Всех с добрым утром. Приехала вот сегодня опять к своим друзьяшкам маленьким. Господи, смотрю, прям ушко покусано заднее. Или просто так шерсть выпала, я не знаю. Это мамочка, это Дуся. И что-то под глазом какие-то у нее. Ну, вообще грязь у нас, дожди были сильные, поэтому... такая вот замученная белка. А может, ее дети замучили? Не знаю. Даже сейчас еще орешки не ложила. Это как бы прошлые остатки роскоши. Сейчас вот маленько. Какой-то хвост у нее такой интересный. Конечно, выпадает клочками. Ну, какой-то он такой загадочный.